Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как вы уже догадались, о коробочке красоты. Пришла ко мне коробочка красоты Royal Samples. Долгожданная моя коробочка. Это у нас коробочка Royal Samples Chic Box. В таком вот красивом оформлении. Был даже прайсик новогодний. Сразу хочу сказать. Заказывала я ее в декабре, как положено, и должна была прийти она в декабре, но, к сожалению, я заказывала не почтой, а на Боксбери пункт доставки. Ну, вот так вот он сработал, что, честно говоря, я больше этой доставкой пользоваться не хочу, потому что те, которые ехали почтой, посыл коробочки, доехали намного быстрее, чем этот шикбокс. Представляете, он только сегодня ко мне приехал. Вот. В целом, коробочку я знала наполнение. Мне оно, в принципе, нравилось, мне было интересно, но я надеялась на одно наполнение. Дополнение к коробочке обещалось, что если до 8 числа сделаю заказ, то вложат миниатюрку аромата нового опиум. Но, к сожалению, как выяснилось, мне его не вложили, сделали замену. Что, конечно, огорчило, и желания уже такого особого заказывать их снова нет. Но, тем не менее, коробочка неплохая. Давайте я вам покажу. В ней было... Так, были вот такие интересные средства. Я хотела их попробовать тоже. Не только аромат, но и эти средства. Поэтому давайте покажу вам. Первое, что было в моей коробочке, это спрей для волос. 10 в 1. Вот такой вот несмываемая маска спрей. В объеме 250 миллилитров, и цена у него была 1200 рублей. Не была, почему есть 1200 рублей. Покажу вам. Вот так вот он выглядит. Прошу прощения, отсвечивает, как всегда, все. Вот такой. Здесь 100 миллилитров. Получается мини-версия такая, да? А цена за 250 миллилитров будет уже 1200. Ну, получается 100 миллилитров в районе 600 рублей. Не знаю, что за спрей такой интересный. Оставлю его, судя по описанию, на поездку. И, наверное, даже на лето. Как здесь заявляется, несмываемая маска для волос, обеспечивающая 10 важнейших свойств, которым в специальном формате для путешествий. Контроль над непослушными волосами, восстановление сухих и поврежденных волос, обеспечение расчесывания и разглаживания утюжком. В общем, все, что можно только желать. В общем, оставлю его на поездку, я планирую поездку, поэтому надолго, и я хочу его взять с собой. Следующее средство, которое было у меня в коробочке, это вот такая интересная разогревающая пенка для умывания от черных точек от компании Kaolin, если правильно называю. Цена за полную версию, за 100 миллилитров, 1790 рублей. Достаточно, хочу сказать, вам не бюджет. Но у меня миниатюрка, даже не миниатюрка, но пробник. Здесь 10 миллилитров, если я не ошибаюсь. 15 миллилитров. Вот такой интересный. Он запечатанный. Все как положено. Сейчас мы с вами откроем. Так. Не хочет открываться скотч. Прошу прощения. Я еще ничего не открывала. Я ее только забрала. Коробочку. Вот такая... Интересная миниатюрка красивого цвета. Как я уже сказала, разогревающая пенка для умывания от черных точек. Вот оно все запечатано. У меня жирная кожа, расширенные поры, бывают даже и черные точки. В общем, я так думаю, что вполне подойдет. Вполне будет интересно потестировать, попробовать это средство. Как заявлено здесь, уникальная разогревающая пенка для умывания активно воздействует, обеспечивая распаривающий эффект и максимально глубокое очищение пор, при этом не раздражая кожу. Коричневый сахар нежно отшелушивает, обеспечивая гладкую ровную поверхность. Вот такой вот
Интересное средство. Интересно будет попробовать. Дальше. Следующее средство, которое было, тоже миниатюрка в моей коробочке. Здесь 15 мл. Это был крем. Балансирующий крем. Полная версия стоит 50 мл 2310 рублей. Это такой вот компании. Так, инновационный умный крем для ухода за кожей с чрезвычайно легкой текстурой. Он быстро впитывается и заметно повышает уровень увлажнения кожи. Особое преимущество средства дает специальные ингредиенты, сложные углеводы, полученных из рисовых отрубей. В общем, прям супер средство. Наносить на жирные участки кожи лица и шеи утром и вечером после очищения. Вот такой вот интересный крем. С удовольствием попробуем. Наверное, тоже. Нет, он не зафольгирован. Давайте посмотрим, что ж это за такой интересный крем. Легкий, действительно, кремик. Чувствуется, что он такой прям легкий. Легко. Такой прям невесомый кремик. На лицо будет самое то. Хорошо впитывает, смотрите, разносится. Я думаю, подойдет, с удовольствием буду тестировать. Приятный аромат, что-то такое цветочное, что ли. Дальше, следующее, что было в моей коробочке, это был облепиховый питательный крем для рук от компании Веледа. Вот так красиво выглядит упаковочка. Полная версия 50 мл стоит 650 рублей. Крем для рук с облепихой. Идеально подходит для ухода за кожей рук в течение всего дня. Быстро полностью впитывается. Ну, в общем, так, масло облепихи богато витаминами С. Вот такой вот интересный. Было очень интересно его потестировать. Я когда увидела на сайте коробочку с таким кремом, решила, что моим сухим рукам, они у меня всегда сухие, очень сухая кожа рук, даже слышно шелестят руки, тяжело мне с моей кожей, поэтому я решила сразу, что я возьму, попробую, и если он действительно так хорош, то я его, конечно, куплю. Вот так выглядит у меня миниатюрка. Здесь 10 мл. Такой, знаете, похоже, он за... С удовольствием потестирую, попробую. Похоже, знаете, на такие аптечные крема какие-то, мази. Сам по себе туба такая железная, кстати. Вот такая вот простенькая. С удовольствием буду тестировать. И если понравится, конечно же, я закажу. Ну и последнее, что было в моей коробочке. Вот такая вот система, увлажняющая система. Гидросмарт комплекс. Все 4 средства были у меня миниатюрки. Сейчас я вам покажу. Что-то у меня здесь подтекает, по всей видимости. Надо срочно открывать. Видимо, тоник все-таки. А нет, он тут есть. Вот такая вот система. Набор пробников, увлажняющий. Гидросмарт комплекс. Давайте немножко пошерку. Все-таки надо как-то его открыть. Угу. Подтекает, видимо, тоник. У меня. Хотя вроде как тоника тут не заявлено. Протекает, к сожалению. Вот такой вот бутылечек. Ну, тут если вытекло, то вот совсем чуть-чуть. Вот такой интересный. Это ночь. Что это? Увлажняющий тоник. Завершает процесс очищения и подготавливает кожу к увлажнению. Помогает восстановить естественный pH, баланс кожи, усиливая ее защитные свойства. Полная версия 200 мл стоит 790 рублей.
Он практически так же, только больше выглядит, да, в оригинале. Дальше, дальше, дальше. Сейчас мы с вами разберемся, где тут что. Увлажняющее, очищающее средство. Наверное, это оно тоже. Вот так вот выглядит здесь миниатюрка на 15 миллилитров. Полная версия стоит 125 миллилитров, 790 рублей. Это активируется от контакта с водой, мягко очищает кожу, не вызывает раздражения, увлажняет ее и предотвращает потерю влаги. Морщинки сокращаются. Вот такая интересная штуковина. Так, давайте покажу. Тоник был у нас. Вот он. И увлажняющее, очищающее средство, наверное, это было вот оно. Ну и давайте сейчас понять бы, где что. А, я так подозреваю. А, ну, дневной и ночной крема. Вот в таких вот миниатюрочках по 7,5 миллилитров. Увлажняющий дневной крем предотвращает появление морщинок, стимулирует процесс обновления клеток. Главные ингредиенты — это экстракт глубоководной водоросли и корейского ладаника. Вот, помогает сократить структурное повреждение ДНК. В общем, читайте, вот такая интересная штука. Полная версия 50 миллилитров стоит 990 рублей. И второй уже ночной крем увлажняющий. Восстанавливает кожу от повреждений, полученных от УВ-лучей и вредного воздействия окружающей среды. Предотвращает появление морщинок. Натуральный экстракт морских водорослей. 50 также миллилитров. Стоит уже дороже 1190 рублей. Интересная система. С удовольствием потестируем, что же это такое. Но вот если в целом посчитать, то, конечно, недешево обойдется эта система. Чем мне нравится, в общем-то, и понравилась вот эта вот идея с коробочками красоты, что такие достаточно дорогие средства, есть возможность не за большие деньги попробовать, потестировать, а уже если понравится, то уже приобретать, конечно, по полной стоимости полную версию. Ну и в подарок мне ж, видимо, вместо ароматика положили в коробочку вот такую паровую маску для глаз. Легкий пар, температура... Так, температура 40 градусов, расслабляет и успокаивает 10 минут перед сном, в поезде или самолете и в перерыве на работе. Вот такая вот интересная масочка. Я думаю, все уже знают, без аромата, ведь они для продажи. Это, наверное, производство Корея, скорее всего. Так, нет, это Япония. С удовольствием попробую. В общем-то, я их пробовала уже, нечто наподобие. Ну, потестирую эту. Я знаю, многие хвалили такую маску. И, скорее всего, я тоже ее, наверное, возьму. Срок годности позволяет. Я, наверное, ее оставлю в поездку. Возьму ее с собой в поездку. Я думаю, и в самолете можно будет на глазки положить ее. И можно будет после самолета по приезду домой использовать. Все, вот такая у меня была коробочка красоты. Очень жаль, конечно, что не получилось. Не пришел мне мини-аромат. Ну, что поделать. В целом коробочка неплохая. Буду тестировать, буду пробовать. Уже о продуктах буду более подробно что-то вам рассказывать в пустышках. Спасибо, что смотрели меня. Спасибо, кто был со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием пообщаюсь с вами. И всем пока-пока.